Если мать будет закрывать глаза на не совсем отеческие игры сожителя с приемной дочерью, может случиться беда. Пошли, он стал, ну, от просто разговоров переходить к действиям. Вот, и в 14 лет он меня изнасиловал. А также, кто должен производить уборку во дворе одного из бендерских домов, если его жильцы регулярно оплачивают счета? За полгода, который уже нам приходят квитанции, уборка территории, ни разу не приходили, не убирали наши территории. Об этом подробнее в понедельник, 16 марта, в 20:00 в программе «Дайте жалобную книгу».